Так, здравствуйте. На моем канале вот приехал. Думаю, сейчас езжу капканчики проверю на куницу. Вот сегодня некогда было день. Другим промыслом занимался. И вот думаю, дальше езжу. Так. Тут лисами все избегано. А куницы нет. Мясо там чуть-чуть есть. Да, наверное, не проехать уже на вездеходе. Так-то везде проеду, но там одна горка есть. Мне в эту горку не подняться. Если косу поставила, то не подняться. Если косу-то не поставила и за лесом может, то может все подымусь. Ну попробую сейчас, поеду. Бензин жрет, конечно, здорово, тяжело. Вот в лесу-то снегу нет. А на полях такие барханы поставила, что по метр, наверное, вездеход сразу, в низинах везде. Ну попробую сейчас, поеду сейчас, посмотрю. Не пойдет, так брошу, поеду в следующий раз на этом, на снегоходе будем вытаскивать. Выходные уже, до выходных пока будет некогда. Нет, тяжело ехать, очень тяжело по полям. Тут-то в лесу вообще снега как будто нет. А ну на полях метель бурить здорово там. Ладно, будем пробовать. Там вот сюда иду, смотрю, что-то как-то все творится, так неладное. Капкан вон валяется, не сработанный. А ящик валяется в стороне. Хором лисы. Лисы висят. Нифига не лиса. Что-то крупное. Хора рысь тут ходила. Вон след, вон. Рысь приходила. Всю приманку меня содрала, наверное, ящика выгрызла. Тут у меня кишок, по-моему, ага, полный ящик кишок. Не доесть, не хватит всем. Снег вывалит. Ладно, сейчас ставлю, дальше еду, пробую. Приехал очередной капкан проверять. Капканец лайка сидит. Так и какие-то звери ходили. Куница, по-моему, ходила тут рядом. Вон. Такой плоский след. Куница ходила круг дерева. А тут уже занято. И стойку что-то не съела. Кто тут ходил, непонятно. Дерево. Какие следы-то. Вот птицу вынесло, непонятно. Видно, что круг дерева какая-то. Зверюга ходила. Ладно, достаю. В полях ехать невозможно. Ветер, снег, холодно. В кустах-то еще более-менее. Тросики замерзают, газа. Сейчас доеду там капканчик, сегодня проверю и домой. Так, сейчас иду в этот лес. Коряжник. Поставлю капкан, тут, ну, подновлю. Вот там что-то следы заячьи наберены. Шкуру бобровую положу. Так, вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот она красавица. Видите, какая красивая. Ой, хороша. Хорош котик. Прошлый год сработки тут не было ни одной даже. Меньше. Здоровый котяра, смотрите. Ах, красавец. Жовненький какой красавец попался. Крупный. Эту шкуру я сейчас повешу. Пусть приманивает птичек. Птички будут клевать. Птичкам еда будет. И зверь придет. Куница. Это то ли наверхом ходила, то ли что ли. Следов нигде не вижу даже куницы. Вот лиси. Лиса ходила недавно. Лиса не подходит. Это не знаю кто там и задрала на куницу. Вот дров-то можно тут навалить бы. Ну вести далеко очень. Так, брошенку она корягивает это. Пусть она висит тут. Треплет. А эту куницу. Красавица. Вон горностаи бегали, видно, что внизу. И не должны тронуть.
Вот красота. Ездил, капканчики проверил. Ну, не до конца доехал, конечно. На улице метель какая поднялась, так ужас, какие барханы ставить. С метра, наверное, местам. Туда еще было, обратно хоть и то получше, если барханы, как бы перескакиваешь, падаешь книзу, а туда ехал, аккуратнее пробивать надо. Фу, тяжело ехать, плохо. Вот все, больше на везде ходе не поеду. Очень опасно, тут только нагрузка можно что-нибудь сломать. Надо с нее ход выкатывать. Ладно, всем пока, до новых встреч, до свидания.